В Стамбуле разбился вертолет. На борту было 7 человек, не выжил никто. Четверо из погибших граждане России. Информацию уже подтвердили в Министерстве иностранных дел Федерации. Известно, что вертолет принадлежал турецкой компании и врезался в телевышку вскоре после вылета из аэропорта имени Ататюрка. Среди основных версий о причинах аварии – плохая погода. В районе падения был сильный туман. На борту был один из турецких менеджеров, торговый представитель из России, а также российские клиенты. Мы пригласили их в Стамбул на выставку-ярмарку керамики для ванной и кухонь.